1721 год. Петром I была основана пильная мельница, императорская петерговская гранильная фабрика. Изделия ее хранятся в лучших музеях мира – Версале, Эрмитаже, Сан-Суси. Фабрика переименована в первый государственный завод точных технических камней – ТТК-1. В 1932 году начато производство точных технических камней для военной промышленности. Великая Отечественная война. Завод, насчитывающий на тот момент 500 человек, эвакуирован на Урал в Кусу. Часть коллектива продолжает работать в блокадном Ленинграде на пятой линии Васильевского острова. В августе 1942 года эвакуируется в город Углич. После войны директором завода становится Леонид Нестерович Ткаченко. Старая площадка полностью восстановлена, строится новая на Красном проспекте. То, к чему готовились еще до войны, наконец осуществилось. Освоен новый профиль – часы. Вначале только сборка, а потом и изготовление часовых деталей. Первые марки – «Победа» и «Звезда». В 1954 году завод получает название «Петродворцовый часовой». Основной специализацией предприятия утверждено производство наручных и карманных часов. Осенью 1959 года на заводе подпольно изобретен принципиально новый часовой механизм, который будет назван «Россия». 12 апреля 1961 года СССР запускает ракету. Первым человеком, побывавшим в космосе, стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. С 1962 года вся продукция завода выходит под названием «Ракета». Василий Яковлевич Горшков, директор завода с 1972 года. При нем проведена автоматизация сборки, модернизирован базовый часовой механизм, выпускаются электронные кварцевые часы. В третьем директоре ЛПО ПЧЗ Олеге Григорьевиче Тычкине план продолжает расти. Строили жилые дома в 23-м квартале. Держался стадион «Ракета», база отдыха в Кандикюле, пионерлагерь в Большой Ижоре, заводские детские сады, поликлиника. Помимо хозяйственных нужд решаются задачи подготовки кадров. При заводе открыт филиал Северо-Западного политехнического института. Специалисты стажируются на других заводах страны и за границей. Построен учебный корпус. Корпус под башней. Эмблема ПЧЗ. Мы находимся в удивительном месте, в музее часов. В 70-е годы он расположился на территории Петродворцового часового завода. Теперь на территории ООО «Петерговские инвестиции». Здесь хранится память о том, как строилась гранильная фабрика для обработки мрамора и гранита Арненбаумского и Петерговского парков. Вот рубиновые звезды Кремля. Да, они тоже были изготовлены здесь. А вот маленькие рубинчики. Они используются в часовом механизме как подшипники. Вот эта часть экспозиции посвящена эпохе, когда Петродворцовый часовой завод стал базовым для всей часовой промышленности Советского Союза. Один из самых трагических этапов жизни завода – Великая Отечественная война. В 1941 году часть камневого производства была эвакуирована в Кусу. Переправлялись на баржах по Волге, где караван и встал во льдах. За несколько десятков километров оборудование, которое вытаскивали из ледяной воды, значит, по льду буксировали,
сами рабочие, и в основном это девушки были, женщины молодые, на берег, машин не было, значит, были из районов мобилизованы лошади с телегами, оборудование погрузили на эти телеги, отвезли в школу. Естественно, холодно было, помещения были холодные, оборудование было все залито холодной водой. И вот в этих тяжелейших условиях эти все станки, все оборудование перебирали. Ну что такое перебрать станок, вы сами прекрасно знаете. А в это время блокадный Ленинград выполнял план. Людей почти не осталось. Из 260 человек выжило всего 10%, вспоминает Николай Виноградов. Электричества не было. И тем не менее на пятой линии Васильевского острова станки крутили руками. Завод-то был один, который выпускал корундовые подпятники. Это наша Петерговская корнильная фабрика, ТТК-1. А эти изделия шли только на приборы. Авиационные приборы, морские приборы. И дали команду уже этим самым, которые оставались живы. Значит, во что бы то ни стало, надо выпустить корундовые подпятники хотя бы 1050. И вот на пятой линии Васильевского острова, значит, организовали все, кто был жив. Вот Федя Панафидин был жив. Вот. Еще там человек 5-6, понимаете ли. Электроэнергии-то не было. Своим, так сказать, вращением, ручное, вот. Значит, но все-таки мы план выполнили и дали то, что надо, потому что без этого все остановилось бы, понимаете ли. Из этого же первого цеха была герой социалистического труда Нина Козлова. Сохранилась запись ее беседы со школьниками. Из какой вы школы? Из 319. Какой класс? 7-й. 7-й? Гости пришли. Сегодня гости, завтра хозяева. Очень хочется, чтобы это было именно так. Ну, я, ребята, работаю в камневом производстве очень давно. С самых юных лет своих, 16 лет. Поэтому я уже настолько привыкла, и вот эта работа, она кажется мелкая. Но она мне очень нравится. Каждую работу нужно любить. И в каждой работе всегда есть свой интерес. Это же ведь очень интересно. Вот перед вами лежат часы, они не ходят, они мертвые. И вдруг им подали жизнь. И они пошли. Рабочие будни вспоминает начальник камневого производства Римма Михайловна Лутова. Очень часто рабочие работали по полторы смены, разделив сутки пополам. И шли на это, как говорится, сознательно, с душой для того, чтобы выполнить задание и сделать. Поэтому приходилось, вся общественность принимала участие. Приходилось организовывать детей, если это касалось выходного дня. Значит, как-то заменять детский сад и все в красном уголке цеха. Буквально организовывали. Вечером, ночью для того, чтобы чуть-чуть поддержать, приходили с технологами, уже кофе варили специально, чтобы хоть немножко разнообразить. Для этого добились тогда руководства, купили пианино в цех. Дальними зарницами светится завод. Где-то поезд катится точками огня, где-то под рябинушкой парни ждут меня. Воспоминания молодости всегда особенно дороги. Как связь с этим прекрасным временем, у этих людей осталась песня. Они ее пели в цеху, где стояла пианино, пели, выступая со сцены, поют и сейчас, собираясь вместе. Поезд тихой песнею над рекой плывет, дальними зарницами светится. Где-то поезд катится точками огня, где-то под рябинушкой парни ждут меня. Ой, рябина кудрявая, белые цветы, ой, рябина. Что в грусть?
В этом году завод празднует юбилей – 290 лет. Для съемок фильма мы пригласили бывших работников ПЧЗ. Хочу начать наше... встречу, наверное, с воспоминаний, как организовывался сборочный цех. Что сборочный цех начал работать в 1949 года. Хочу сказать, что нашему заводу очень повезло. У нас были чудесные директора. Это Ткаченко Леонид Нестерович, это его детище. Мне тоже, как руководителю, повезло, что у нас работали начальниками цехов такие, как Палихов, Изосимов, Бачинский, Бабачев Владимир Алексеевич, Пирогов Анатолий Васильевич. Очень высоко ценился авторитет в работе, в спорте, в самодеятельности. Пришла я на бригаду номер 8 к Рожковой Марии Сергеевне. Хочу сказать, что такая доброта, такое умение учить, такое отношение к людям – это дорогого стоит. Потому что мы были девчонками, нам хотелось все и сразу. А тут, понимаете, люди учат. Мы научились, я, наверное, не совру и не погрешу своей вот правдой, наверное, что мы научились одеваться, мы научились готовить, мы научились отношения к друг другу выдерживать. Ну, что скажу, у нас люди были очень добрые, сама операция заставляла их быть добрыми, такими чувствительными, нежными деталями, чтобы не царапать, не сломать ничего. Вот хоть говорят, что было застойное время, но для нас вот эти 70-е половина и 80-е годы – это был самый подъем. У нас был сам свой баянист, песни пели, и все дружно приходили на демонстрацию. Вот, допустим, цех сколько народу? Много. И у нас колонна всегда была большая. Своим наставникам, своим учителям. Это Борис Сергеевич, это Ольга Александровна, это Яков Иванович Буренков, это Николай Николаевич Фаныгин, это Шихман. Это все люди, когда я говорила, была помоложе, моя заводская меня вывела в люди. Но немножко мы забыли, что мы были комсомольцами, мы были членами партии. Пусть говорят, нет партии, ушла она на ум, честь и совесть. Но это действительно так. Представляете, субботник, люди хотят отдыхать. Ольга Александровна быстро по рупору, партгрупп оргов. И вот ребята сидят, завтра они выходные, на рыбалку. Надо, партия сказала надо, и мы идем. Ребята, какое было идеологическое обеспечение? Для того, чтобы делать план, собирает нас, особенно хочу сказать спасибо Тамаре Федоровне Синевой. Этот дух, вот этот привет, вот этот настрой, она живет сегодня на столеже у нее по часовому заводу. Много трудовых подвигов было совершено на часовом заводе. Ради чего? Ради себя. Чтобы не стыдно было перед коллективом, чтобы с гордостью можно было смотреть людям в глаза. Ради большой заводской семьи и ради детей. Не только ради тех детей, которые у них уже были, а ради детей, которые будут расти через много-много лет. Чтобы с трибуны сказали: краснознаменный часовой завод, ура! Вот когда сейчас слушаешь телевидение, всегда говорят: вы знаете, вот это демонстрации, вот это куда-то, ходили под нажимом, это всех заставляли. Никогда! Никогда. Я пришла, у меня был ребенок небольшой. Я ходила с ней за руку. Потом она пошла в школу, ходила в школу. Все. Мы с удовольствием всегда шли. И вот когда подходишь к трибуне, я вот это вспоминаю, и когда говорят:
краснознаменный Петродворцовый часовой завод. Ура! Вы знаете, это такая гордость была, что ты в этот завод вложил свою душу, свою жизнь и прочее. Здесь вот присутствует два человека, которые меня опередили уже на заводе. Вот Нина Булочкина, Валя Коновалова. Вот, большое им спасибо. Я в свое время у них много почерпнул. Работала я все 36 лет в этом цеху. 36 лет. Без этого, без побега никуда не отходила. Все. Имею 5 медалей. Победитель 9, 10, 11 пятилетки победитель. Имею 5 медалей и орден Трудового Красного Знамени. Опирались мы на наших наладчиков, на гальваников, высококвалифицированных. С любым вопросом. А вопросы какие бывали? Ах, гальваническая ванна не пошла. Все, брак запороли. Давайте, ребята, выйдем в ночь. И наши ребята никогда нам не отказывали. Потому что вот эта тесная связь между начальством, не буду говорить, что начальством, между руководящими органами цеха и рабочими была до того тесна, что мы понимали друг друга. В первую очередь я бы хотела вот о наших мужчинах, которые сидят здесь. Значит, Георгий Михайлович Кузнецов, хромировщик цеха. Хром очень ответственная работа, тяжелая. Чтобы получить хорошее покрытие, нужно следить и за составом ванны, и много разных тонкостей. Георгий Михайлович, кроме того, что вот он хромировщик был, он внедрял черный хром, помогал. Он внедрял гальванопластику. Вот там в углу сидят наши золотильщица Люба Потрясаева. Сколько с ней... Сколько раз брали ванны на анализ и все. Ну, 27 лет я отработала в лаборатории, вот мы контактировали со всеми этими рабочими. Все подразделения завода работали на общий результат. Нет, в трудовой книжке только пришла на работу и уволилась. Вот. И я считаю, что завод наш – это наше государство, внутреннее государство, которая все у нас, в нем проходила вся наша жизнь. Наверное, многие поддержат меня. Говорят, есть такая пословица, что человек счастливый, когда идет, это самое, счастливым, когда идет с радостью на работу и уходит с работы домой. Вот здорово, так у нас и было. Бригада очень такая спаянная. Мы вместе отмечали всякие дни рождения, ходили на всякие там праздники, участвовали в самодеятельности, получали даже призы. Мы ездили на Валаам, нам давали путевки, там еще в другие места. Так вот. У нас был бассейн, была деревянная столовая. Все обеденные перерывы проводились все вместе, и сборочный цех, там и пятый, и тот, и все цеха, все выходили. И обедали около этого бассейна, кто-то купался, кто-то плескался. В общем, жизнь у нас протекала. Потом у нас было это самое, была у нас санитарная дружина, где мы занимали места, первые места. Между прочим, по третий цех наш занимал первые места по району. Потому что наш цех был... как сказать, пожарная команда, потому что все вот механики цехов нашего завода, если что-то где-то случалось, они бежали к нам в цех. Если стал станок, если нужно что-то для выполнения плана, и они бежали к нашим любимым специалистам, токарям, фрезеровщикам. И, конечно, отдел главного механика, под которым руководством мы работали. Я хочу сказать, что у нас прекрасно был токарь Иванов Вячеслав, Чугунов Юрий Леонидович, Вакуленко Владимир был, и Ухов Владимир, который уже ушел из жизни. Ну и много других, и также шлифовщиков, и Петроченко Евгений, забыла, как я...
Петрович, и это самое. И был и Бураков Юра, и ну, очень много. И шлифовщика был Уткин Олег Васильевич, который уже ушел из жизни. Очень приятно о нем вспомнить. Если 10-й цех изготавливал и ремонтировал станки часового производства, то 9-й цех обеспечивал инструментом и оснасткой основные цеха завода. Стали брать молодых учеников. Первыми пришли молодые ребята, окончившие 10 класс, пришли учениками в наш цех. Забалдин Юра, Жицков Николай Михайлович, Тарасов Игорь, потом Снегов Виталий, Аникин Алик, Якушин Лева и много еще других молодых ребят, которые, значит, пришли осваивать эту специальность инструментальщика. Но она довольно сложная специальность, поэтому не все оставались работать. Там из 10 оставалось человек 5. Участок пресс-форм, который мне был, это были необыкновенные люди. Петров, Зубов, Кварталов, Лисафин, Пронякин, Сорока, что не человек, то глыба. Это люди, с которыми можно идти в любой бой. И как, бывали, конечно, срывы, это не без этого. Но в целом, если надо было, ставилась задача, работали столько, сколько надо. Когда мы что-нибудь там набедокурим, ну, бывало такое. Это еще помню, у нас начальником цеха Урсул Женя был. Как он это самое, Володя Кулева, сейчас все вспомню, это самое. Да как он на нас наехал, Раиса Петровна встала нас за такой горой, что сказала, ну-ка отойди отсюда, сейчас тебя порву. Тот испугался и просто ушел. Ну потом, конечно, мы получили там это самое по своим заслугам, но Раиса Петровна у нас мастер, конечно, был уникальный. Еще один мужской цех по ЧЗ – это автоматный 6-й. Там изготавливали часовые детали для сборки. Работа такая была очень, нужен аналитический такой склад ума иметь. Вот Валера говорит, что пришло, предположим, 10 учеников на протяжении какого-то времени. Из них, дай бог, если один оставался наладчиком. Начал трудовую свою деятельность с 1956 года. Директором завода был у нас тогда Ткаченко Леонид Нестерович. Вот. Начальником цеха Татаринов Анатолий Алексеевич. Жили мы дружно, ездили в лес, проводили всякие у нас эти спортивные мероприятия на заводе. Все время там и кроссы были, и так ходили, это самое. Футбол у нас здорово был развит на заводе. Там ежедневные, там двухдневные экскурсии. Очень большую работу правком проводил строительство жилья для наших тружеников нашего завода. Я знала, что если я пришла, вот отвела ее в садик, она у меня накормлена, напоена, переодета, чистая, все. Ездила она у меня постоянно в этот наш заводской пионерский лагерь. Сохранилась фотография третьего детского сада 83-го года. Директором в нем была Валентина Павловна Мигачева. Значительную роль в формировании сознания заводчан играла библиотека. Судьба многих людей зависит от того, что они читают, особенно в детстве и юности. Городское хозяйство вел фактически завод. Его руководители зачастую были депутатами райсовета. Перевыполняли план, строились новые благоустроенные квартиры в 23-м квартале. Были премии и отдых в Киндикюле. Свои детские сады, свои школы, поликлиника и даже свое радио. Мы, теперь живущие в этих домах, наследники тех людей. Практически в Петергофе, в Стрельне нет ни одного дома, где бы не было доли часового завода. А когда в 78-м году и Ломоносов присоединили подчинение Петродворцовому району, вот они начали строить жилье и в Ломоносове. Поэтому забота о людях была первостепенной задачей вот, руководства предприятия. В обязанности строительной службы входило это капитальное строительство,
капитальное строительство имеется в виду новое строительство, скажем, дома, которые сейчас здесь вот в 23-м квартале, четыре дома построены, и другие объекты капитального строительства. И входило в нашу службу это ремонтно-строительные работы. Все подготовленные дома были к зиме, крыши практически не текли. Нас прислали сюда 25 человек штукатуров и маляров, и человек, наверное, 40 плотников. И мы были хозяева всего цветового, не только цветового завода, всего Петергофа. Также 11-й ремонтно-строительный цех украшал город к праздникам, занимался подготовкой к летнему сезону пионерского лагеря. Везде, где нужен был молоток, кисть, топор, были маляра, строители и плиточники 11-го цеха. Все работали в одной команде. Единую команду представляло собой и руководство завода. Первым директором стал Леонид Нестерович Ткаченко. Под стать ему были и его ближайшие соратники – Лазарь Михайлович Шифман, Александр Байков, Владимир Пикельный, Александр Кадыков, Михаил Маноем, Николай Кувшинов, Всеволод Нехаев, Виктор Петровский и другие руководители. От директора на заводе зависело почти все – от жизни людей до технических характеристик выпускаемого изделия. У нас директор был, он всем управлял и всеми. Он все знал, где что как, где ладится, где не ладится. Я считаю вот таких, как говорится, самородков. Сейчас не хватает. Я вообще считаю так, что надо любить свою профессию и надо любить людей. Николай Иванович Кармазин работал редактором заводского радио. Вернувшись в Петергоф после нескольких месяцев отсутствия, оказалось, что его должность уже занята. Где-то вот однажды еду на велосипеде, и перед машинами раз прижала к ребрику, остановилась Леонид Несерович. Ты что здесь болтаешься? Я говорю, да вот работу ищу. Как работать? А почему ты на завод не идешь? Я говорю, занята должность. Приходи завтра в кабинет. Вот. Не каждый, особенно директор, и особенно, значит, я там где-то внизу в его огромном коллективе, обратит внимание вот на такую ситуацию. Говорят, он знал своих тружеников в лицо. Еще бы, ведь ему с этими людьми пришлось налаживать разрушенное войной эвакуации и производство, расселять людей в разрушенном после войны городе, налаживать выпуск часов. При Леониде Нестеровиче начинал работать молодым токарем Виктор Петров, который вспоминает времена уже другого директора, Василия Яковлевича Горшкова. В те времена при работе Василия Горшкова много, конечно, кардинально изменилось. Уже были построены новые корпуса, инструментальный цех, автоматный цех, сборочный цех. Основная заслуга, я считаю, здесь Василия Горшкова, здесь за этот период, конечно, внедрение вот таких, ну, по названию новых технологических процессов, как, например, полная роботизация сборочных производств. Когда внедрили роботизированные комплексы при активном участии Горшкова, кстати, за это получили 4 человека, в том числе он, лауреатов государственной премии, конечно, изменилось это производство. Ну, условно, вместо 300 человек там осталось 10. Там уже, да, положим, роботы берут винты, там циферблаты вкладывают. Ну, еще огромные заслуги вот того времени под руководством Василия Горшкова – это внедрение горящей штамповки корпусов. Василий Яковлевич Горшков поддерживал новаторские технические решения. Множество изобретений и открытий было сделано именно в его эпоху.
И нам повезло в этом отношении с нашим руководством, когда был Леонид Нестерович директором завода, когда был генеральным директором, особенно Василий Яковлевич Горшков. Люди, которые всегда приветствовали творческое отношение к труду. И вообще вот это отношение мне очень и очень нравилось. В среднем завод выпускал около 4 миллионов часов в год. Продукция импортировалась более чем в 60 государств мира. Наручные часы «Ракета» были своеобразной рекламой Советского Союза в капиталистических странах. Качество они были отменного, а стоили недорого. Так, например, только в Лондоне было более 2000 магазинов по продаже часов «Ракета». Обороты завода постоянно росли, требования сверху увеличивались, когда третьим директором стал Олег Григорьевич Тычкин. Вопросам, которые стояли перед ним, сегодня можно позавидовать. Сейчас найти работу в Петергофе – это проблема. Тогда же почти каждое совещание начиналось со строгой реплики Олега Григорьевича «Где кадры?». У нас никогда не хватало людей на заводе. Мы с Тамарой Федоровной ездили по деревням, собирали людей, собирали желающих, организовывали автобусы. Привозили. В каждом совещании Олег Григорьевич Тычкин первое, что начиналось, где люди? Сегодня их безработных целая, как сказать, тьма, а у нас все время не хватало. Но с этой целью, значит, мы поставили сразу, помню, с Тамарой Федоровной вопрос, что завод должен начинаться как театр. С вешалки, так завод с отдела кадров. Мы получили отличные помещения. Оборудовали, создали вновь отдел подготовки кадров, оборудовали классы подготовки. В этот период активно организовывали учебу на базе ПТУ-81. Действовал у нас на заводе еще с давних времен техникум, который готовил кадры. По нашей инициативе был открыт филиал института Северо-Западного политехнического института в Петродворце, который действует до сегодняшнего дня. Образование было достоянием того времени. И что важно, у него было практическое применение. Спрос рождал предложение. Если человек выучился на технолога, он был нужен производству, так как оно росло и развивалось. У нас большая группа руководителей обучилась в Австрийской академии руководящих кадров. Все мы получили звание топ-менеджеров высокой квалификации, привезли массу идей на завод. Приезжал потом директор австрийской академии руководящих кадров, и он, в общем-то, было очень приятно, что он дал нашим специалистам очень высокую оценку. То есть работать было интересно, идей было очень много. И учитывая географическое положение вот нашего предприятия, то, что мы находимся в городе-музее, мы, конечно, были одержимы идеей устроить прекрасный комплекс по обучению, по подготовке рабочих кадров. Люди приезжали бы и посмотрели наши красоты. Вот, они могли освоить любые рабочие профессии. У нас великолепный специалист, у нас Динатий с петровских времен, уникальное оборудование было и востребованность была. Самым информированным отделом на заводе был отдел кадров. Здесь формировался трудовой паспорт работника. Начался ажиотаж по присвоению звания ветеран труда. Это таскали мешками медали и книжки к ним. Это вот раз в год перед 7 ноября где-то порядка 150 человек получали это звание. Сейчас так все быстро пробежало, как будто вот только что пришла на завод. С 52 года. В тот момент я пришла, когда была начальником отдела кадров Богданова Анна Герасимовна. Потом Анна Герасимовна ушла в иной мир, пришла Чугунова Елизавета Ивановна. И я уже с этой Чугуновой Елизаветой Ивановной начала работу в отделе кадров. Старались работники отдела кадров очень коротко вспомнить все то, что приходилось делать в отделе кадров. Но этой работы было очень много, очень интересная работа. Потому что работать с людьми, по-моему, ничего нет интереснее, чем работать с людьми. Нет таких людей, как были у нас на заводе. Вот так. И делали часы мы высшего класса. А у меня муж 7 раз был в антарктической экспедиции, и я ему купила наши часы и послала, вот когда за ним пошел ледокол, пошел за ним, значит, и я послала ему часы,
И он говорил мне: «Тамуленька, я проверяю московское время по вашим часам». Это было время надежд. Вдохновляли тружеников и успехи Советского Союза в освоении космоса, где тоже побывала маленькая ракета с ПЧЗ. Как-то звонит мне Тамара Федоровна Синева и говорит: «Света, быстро собирай свой отдел, большие гости приехали». Для чего, кто и почему наш отдел, непонятно. Собрались, вдруг заходит космонавт, рядом с ними еще два военных в каких-то регалиях, наше руководство. Ну и вдруг выясняется, что наш часовой завод делал часы для космонавтов. И наши часы побывали в космосе. Часовой завод с космосом связывала не только марка «Ракета», но и деловое засекреченное сотрудничество. Леонид Ильич Ткаченко вызывает. Значит, я уже в это время был начальником бюро КБ. Вот. Значит, и там еще начальник цехов были, и говорит: сидит какой-то человек, ну, видно, что, так сказать, не наш. Он говорит: познакомься, Пилюгин, правая рука Королева по приборостроению. Пилюгин говорит: значит, товарищи, у нас к вам, значит, вот такая просьба. Вот чертеж, значит, но только присутствовали там те люди, которые имели доступ, то есть, значит, к секретам. Вот. Когда мы разговаривали, то с коридора всех погнали, секретаршу тоже от самой в сторону. Вот показывают приборы для ориентации твердого тела в безвоздушном пространстве. 6 степеней свободы. Такое изделие нужно сделать. Мы говорим: технологии есть? Нет. Оборудование есть? Нет. И опять с нуля. И, как ни странно, мы все-таки это дело освоили. Сделали все оборудование. Это особо точное оборудование. Есть такое там изделие, и некруглость по отверстию составляет... Некруглость. То есть отклонение от круглого состояния 1 микрон. Это очень малая величина. Это тысячная доля миллиметра. Только потом, значит, вызывает опять Ткаченко и говорит: ребята, американцы-то сделали, понимаете, 0,5 микрона. А у нас микрон только. И таким образом, значит, мы говорим: сделаем? Сделали. Потом говорят: мама дорогая, американцы-то сделали 0,1 микрона. А у нас и мерить нечем уже. Уже нет приборов таких, понимаете. Но это был 90-й год. И завод рухнул. В том же конструкторском бюро завода были изобретены новаторские по тем временам алмазные резцы. Если вы каратник, кристалл, карат, это 200 миллиграмм, будете резать по старому методу, по методу, допустим, бельгийцев или голландцев, трое суток каратник, чтобы разрезать. А на нашей лазерной установке, значит, мы будем резать каратник всего-навсего минут 15-20, понимаете, и все. Сын Николая Васильевича работал руководителем в отделе технической информации и рационализации. Запатентовывал изобретения, в том числе и своего отца. Те информационные технологии, которые вы сейчас используете, даже в своем оборудовании, скажем, они зарождались вот именно тогда. Работал у нас Петров Валентин, Неберекутина Раиса Ивановна, к сожалению, тоже уже нет в живых, Монахов Юрий, который, в общем-то, и начал заниматься, собирать и фотографии, и материал для нашего музея. Вот все началось с Монахова. Завод никогда не жил на государственные дотации. В этом была частичная заслуга изобретателей и рационализаторов.
За 4 минувших года было внедрено в производство около 2000 раз предложений и более 80 изобретений. Экономический эффект составил от внедрения этих мероприятий 3 400 000. Даже в семье отношения складываются очень по-разному. Бывает семья союзников, бывает соперников, где каждый выгадывает плюсы для себя. Так и в масштабах страны. Советский Союз был государством, где все предприятия должны были быть союзниками. Делились станками и изобретениями друг с другом, а также с дружественными государствами. Тамара Митрофанова, побывав на заводе в Куйбышеве, привезла оттуда идею электрохимической полировки черных металлов. Вот здесь мы уж такую работу провели, что все горели у нас детали от чистоты. Ну, Томик, так? Да. Больше всего мы занимались в основном покрытием корпусов часов. Покрытие часов золотом. Приходилось работать именно нам, коллективом. Инженерный отдел по разработке технологических процессов. Но в основном разрабатывали прогрессивные технологические процессы, которые позволили нам довести наши часы до высокого качества, которые действительно прославили нас на весь мир. Именно вот часы завода, ну, по сравнению с другими, потому что они отличались значительной оригинальностью, вот, так сказать, именно и во внешних оформлениях, и, пожалуй, по простоте механизма, по надежности его, и здесь и по качеству, так сказать, это самые такие надежные часы. Геннадий Григорьевич Серебряков, он умудрялся теми маленькими возможностями, которые у нас были, все-таки делать часы-ракеты заметными на нашем внутреннем рынке. По миллиону в год выпускалось, из 4,5 миллиона в год часов, вот мое это оформление выпускалось по миллиону в год. Не каждый художник может похвастаться таким тиражом своего произведения. Для того, чтобы обеспечить цикл изготовления часов, трудился отдел материально-технического снабжения. Мы делали оперативную работу, живую работу, где сел на машину. То есть они заложили нормы, нам все, где дали, где не дали, и мы поехали все это доставать. Вы знаете, отдел технического контроля уж очень строг был по материалам. Стали прокатного завода, привезешь ленту, ОТК бракует, везешь обратно на столе прокатный завод. И тебе говорят, боже мой, ни один часовой завод не возвращает, что вы все возите, что вы... То вот и Алексеевна здесь немножко упрекнули товароведы из материального снабжения. Действительно, ведь часовые детали не рассчитывали рассчитывались на прочность. Мы конструировали часы только исходя из материала. Основной входной контроль осуществляла центральная заводская лаборатория. Лаборатория состояла из двух лабораторий – химическая лаборатория и металлографическая. Все, что поступало от снабжения на завод, все почти проходило контроль. У нас, собственно, была, так сказать, фабрика в заводе своя собственная, потому что мы делали столько разных анализов входного контроля, что это на хороший химический завод, в общем-то, было. Начальником был Василий Иванович Караванченко. Все его, наверное, помнят. Такой большой техпроцесс внедрил. Это снижение количества золота в покрытии на внутренней поверхности. Для этого были придуманы пробки специальные. И, в общем, это дало заводу огромную экономию. Еще наша лаборатория, вот в моем лице, мы занимались вопросом изготовления волоска. Каждый знает на балансе волосок. Я помню Прасковью Михайловну Булатову, которая работала на заводе с 1956 года. Очень знающий специалист, очень доброжелательная и всегда помогала и обучала новых молодых сотрудников. Первыми почувствовали нестабильность экономические службы завода. И вот 90-е годы начинаются, форма собственности начинает меняться. То есть государственная собственность превращается в частную собственность. Бухгалтер в условиях социалистического общества, того общества, государственный контролер. Бухгалтер превращается в помощника руководителя частной фирмы.
Николай Евсеевич в 90-м году сменил на посту Виктора Федоровича Петровского, главного бухгалтера завода, и испытал на себе все тяготы перестроечного периода. Счет на товары, трубы для завода, водопроводные трубы, пришел счет, в котором цены на эти трубы были на порядок что завышены. Когда сказал, что этот документ нельзя пропускать, меня пообещали, что тебя завтра не будет. Когда отпустили цены, началась высокая инфляция, цены начали что? Расти. И не секрет, что на заводе сегодня была одна цена, с завтрашнего дня объявлялась новая цена. И в результате что? Сегодня часы эти скупались, а на следующий день эти часы продавались что? По более высоким ценам. Люди разные были. Кому-то, в общем-то, это выгодно было, кто ближе был к часам. Появились люди со стороны, которые этим занимались. Вот. И они сейчас тоже имеют какую-то собственность. Люди разные были. Вот с самого начала там были заложены серьезные ошибки. А почему? Потому что мы еще не знали, не было пути, не у кого было спросить. Но пришли такие люди, которые оказались всезнающими, на самом деле они ничего не знают, но такие смелые, хваткие, их кто-то поддерживал, конечно. И вот они захватили инициативу. И нам пришлось как-то уступить, потому что я лично получал ну, по телефону такие вещи, от которых просто ужас. Большинство людей было не готово к рыночным отношениям. К деньгам относились иначе. Помните, миллионеру Корейки из «Золотого теленка» было некуда девать свои миллионы в Советском Союзе? Я очень хорошо помню, мы ходили в кассу завода, где денег было куча. И когда я первый раз вошла, ее замещала, и вот такой стол был, и там денег было вот столько, наверное. Вы знаете, вот честно, я даже растерялась, думаю, господи! Это столько денег. И что-то подумала, думаю, а если дали мне бы их, что с ними я делала бы? Но Валентина Александровна настолько была честная, что вот никогда никаких вот не было, да, вот так, чтобы вот что-то заметить было, вот что-то нечестное с ее стороны. И поэтому и мы тоже так работали честно. Плановая экономика Советского Союза определяла жизнь предприятия. Не было финансовых потрясений и перенасыщения рынка товарами, вследствие чего не было и такого понятия, как общество потребления. Ну, естественно, если мы раньше четко знали, что вот получаем зарплату такой-то, аванс такой-то, это всегда выполнялось. Мы знали, что получим премию, если будем хорошо работать. Сейчас, естественно, это нету. Дали тебе там какой-то оклад, ты по нему работаешь. Это 300-летие Петергофа, лазерное шоу в Нижнем парке, и здесь часы. Трехвековая история Петродворца невозможна без часового завода. Это был массовое производство в 60-70 году. Там они завод производили между 4 и 5 миллионов часов в год. Это не наша цель. Тогда была цель быть независимым от импорта. Да? Там Сталин не хотел купить часы в Швейцарии, а сегодня это разрешает. Значит, любой человек может купить часы, откуда он хочет. Наша цель – это производить между 20 и 40 тысяч часов в год, качественные для тех, которые оценят русские часы, русское производство и русская мода. Цех новой ракеты осветил епископ отец Назарий. Благословен,
Когда мы любим, мы тоже, как говорится, часов не наблюдаем. Но здесь, на земле, часы нужны. Многие из бывших работников часового завода каждый год отмечают День машиностроения. Их объединяет общество «Баланс» и поддерживает муниципальная власть. У нас были рационализаторы, изобретатели. Знаете, люди делали подпольно, им руководство запрещало, они это делали. Сегодня мы видим в нашей стране обратное. Президент страны призывает, ну давайте займемся инновациями, давайте начнем что-то изобретать, давайте начнем быть более рационализаторами. Это, конечно, парадокс. Тогда был такой видный подъем людей, что которых даже руководство пыталось остановить. Сегодня мы видим с вами совершенно обратное. Совесть, душа этих людей была вынесена за рамки одного человека и слилась с общей совестью и душой всего коллектива. Эта общая совесть должна была уберечь от низких или подлых поступков. Поэтому души многих людей до сих пор с часовым заводом, и им сложно вписаться в новое время. После часового завода, когда отдав ему столько всего, трудно жить как-то по-новому. Слышишь меня, прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. Известны были всему свету забота, славные дела. Машинка с маркой ракета известность в мире принесла. За труд спасибо, ветераны. Здоровье пусть не подведет, залечит время наши раны, а память точно не умрет.